Ну чмо ты, ебаны? Машину свою уберите с тротуара, я вас не выпущу. Машину с тротуара уберите. Хоть две онкологии. Я б тебя спас, чтоб тебя не натянули. Понял? Я тебя там натянули пару раз. Друзья, хочу рассказать вам об одном полезном канале «Владей легко недвижимостью», где очень доходчиво рассказывают, как поступить в той или иной ситуации, вопросы наследства, судебная практика, заметки специалистов и так далее. Я уверен, что многим этот канал может быть полезен в решении различных вопросов, связанных с недвижимостью. Ссылку я оставлю в описании. Советую вам обязательно подписаться. Вопрос, ты почему мне не помог? Так зачем мне это делать? Почему ты мне не помог? Вы ну чмо ты, ебаны? Ну как бы не мужчина. И не стыдно на девушку нападать-то, а? Как яиц-то хватило? Я на него напал, ладно. Да куда вы едете-то, а? Вам объяснили один раз тротуар. Почему вы не понимаете? Уберите машину с тротуара. Она есть парковка. Да. Она сейчас стоит на месте парковки. Она стоит на тротуаре. Где вы знак парковки здесь увидели? А где вы видели? Что не знаю. По определению, пункт 1 правил дорожного движения. Тротуар здесь, где здесь стоит где? Ваша машина. Вы мне сказали не определение, вы мне сказали... Я вам определение такое зачитывать не буду, вы это должны знать. Вы на права должны были сдавать, а не покупать. Ребята, их. Уберите машину с тротуара. Уберите машину с тротуара. Здесь тротуар. Откройте правила, почитайте пункт 1 правил дорожного движения. Уберите машину с тротуара. Вы убираете или нет? Где вы видите знак? Покажите мне знак. Знак покажите, какой вам показать? Так, покажите, давайте вы подойдете к нам, покажите, потом спорить. Нет, покажите мне знак. Вот у вас машина. Убирайте машину. Вот у вас машина. Да нет. Клей. Вот этот тротуар. Там это... нет. Нет. А вот справа от него, да. А чем вот то место отличается от этого? Определением. Где? Ну, где там определение, что. Смотрите, там... я вам покажу. Где? Ну покажите. Наклейку покажите. Вы уже получили. Покажите. Видите вот эту желтую плиточку? Да. Что она означает? Догадываетесь? Это знак для пешеходов, что они могут перейти. Вот там, где такая. Это плитка? Тактильная плитка. Тактильная. Вот здесь. Ее нет. Здесь... Вот здесь она есть, плитка. Видите здесь бордюрный камень? Не вижу. Вот он. Не вижу бордюрный вот камень. Вот он его меняет, нет, его. Нет бордюрного камня, понимаете? Нет. Здесь перепад высот есть. Нет. Вы что, здесь заехать хотите? Да я вам сейчас здесь проеду. Нет проблем. Где? Нету. Ребят, вы занимаетесь херней? Господи, вы сейчас притягиваете за уши, что я тут меняет бордюрный камень. Не... Вон он, сзади вас. Вот он, бордюрный камень. Бордюрный камень там. Здесь бордюрного камня нет. Ну здесь и заезда нет. Нет. Будьте человеком, думайте о других и уберите машину с тротуара. Чем вот она машину здесь мешает? Она мешает всем людям. Вам лично, она мешает? Да, мешает. Это вопрос, ты почему мне не помог? Так зачем мне это делать? Почему ты мне не помог? Вы ну чмо ты, ебаны? Ну как бы не мужчина. Вы понимаете, что на какой скорости вы заехали на тротуар? Сядьте и уберите свою машину. Я сказал, сядьте и уберите свою машину с тротуара. Не слышь ты, чудо, и не надо свинячить. Ты придурок. Я сказал, уберите свою машину с тротуара. Вы на какой скорости на тротуар заехали? И дай бог тебе рад. Еще что скажете? Машину свою уберите с тротуара, я вас не выпущу. У вас мозги где, когда вы сюда заезжали? На какой скорости вы сюда заехали? Где ваши мозги были в этот момент? Уберите машину с тротуара. Я вижу, у вас удачные. Хватило мозгов, чтобы купить права. Машину с тротуара уберите.
хоть две онкологии. Готов клеить? Образование тут какое-то. Направо сдайте. Клей. Не надо меня толкать. Знаете, вот все, что вы мне сейчас пожелаете, а я тебе уже... все вам вернется. А я и так... Десятикратно. А я и так... И это вам дает повод хамить, плевать на других, гонять по тротуарам, убивать людей? Пустое место. А вы полная. Ты полная. Свинья. Ой, вот, свинья. Потом с вами займись, просто приведи себя в честь. Страна из... Награда за хамство всегда найдет своего героя. Запомните это. Здравствуйте, вы на тротуар заехали. Давай. Да, вот так получилось. А вот один товарищ уже получил свою награду, а остальные, ну, к сожалению, с водителями мы пока еще не пообщались. Будьте аккуратнее. У вас вот тут парковка, и вот во дворе можно припарковаться. Еще раз здесь это, притон. Знаешь, такой рак? Нет. Я с онкологией, не тротуар. Помоги мне с ним. Я человек, я к этому человеку даже с ним говорю. Тебе нормально. Вам наклеили. Поможешь? Вам наклеили наклейку за то, что вы залетели на тротуар. Не за а... то, что вы... Измени парадигму восприятия. Поможешь или нет? Кого? Никого не дает. Еще раз. Поможешь или нет? Вы в результате... Ты меня слышишь? Я задал один вопрос. Продолжайте. И задал один... Задал один вопрос. Ты поможешь? Вы после этого очень нормально себя чувствуете? Я сейчас себя не очень хорошо чувствую. Может, вам скорую вызвать? Мне не надо скорую вызвать. Раз вы плохо себя чувствуете? Мне не надо скорую вызвать. Я задал вопрос. Вас отвезут по яйцу. Я машину сам эвакуирую. Вас жизнь ничему не учит, да? Ты б***ня такой. Еще сейчас получите, две штуки. Не устали одно отдирать? Совсем моральный урод. Паркуйтесь правильно, и вы не будете моральным уродом. А я уж с собой сам как-нибудь разберусь. Значит, мне вот сюда дойти и обратно вернуться. Припаркуйтесь по правилам, вам лишние 5 метров тяжело. Хорошо, пройти, давай, да? Давай, носилки и донесешь мне. Оставь. Ну ему просто... Да, это не объяснишь. Вот, по правилам припаркуйтесь. Нет, по правилам. Я сейчас опять приклею. Приклеим. Он, знаешь, он пользуется тем, они что у меня, конечно, провокация. Ну, ты тоже со здоровьем, все нервы. У меня онкология, лежит месяц в Боткинской больнице. Этим... Мы вам не верим. Вот да так, не верим. Я бы так ему вмазал, понимаешь? Я это всем оставил. Знаешь, состояния разные бывают. Они не вот, 10 метров разницы. Правильная парковка. Припаркуйтесь. Сложно? Давай, организуй своих, и меня на... Донесешь. Вот, припаркуйтесь. Донесешь? После того, что вы сказали, вам помогать никто не будет. Припаркуйтесь по правилам. Так, ну что, я машину брошу? Я зайду в Сбербанк и еду. Нет. Вы припаркуйтесь по правилам или получаете еще две наклейки? Жертва аборта, что? Без образования. Из какой деревни приехал ты? Чмо. Давайте, говорите, говорите, продолжайте. Я хочу, чтобы вы наговорили себе еще на что-нибудь. Да вот бешеные. Для вас это нормально? Нет, не нормально. Я в этом районе. Где родился? Вот ты где? А вот человек заехал в Сбербанк, ему нельзя. Вон, для них парковка. Может, стоять там машина? Ты знаешь, я всю жизнь в тюрьме провел, блядь. Знаешь, если бы я тебя там увидел, да. К счастью, я в тюрьме не сажусь. Да, вот в этом все между нами отличия. И тебе бы объяснил. И тебе бы объяснил.
Где парковаться надо? Тебе задом не ходить. Вот вас там это еще не подходит. Приди оставаться. Да. В любой ситуации. По тротуару. Понимаешь, если бы ты, вот ты бы попал очкарик, я бы тебя спас, чтоб тебя не натянули. Понял? Тебя там натянули пару раз. Ну за***ался, понял, чтоб меня натянули. А я бы тебя, может, и спас. А ты сейчас чем он тебе мешает? Тем, что это тротуар. Здесь нельзя ездить машин. Здесь будут люди, здесь бегут. Кто сказал, что нельзя? Правила дорожного движения. А ты кто есть? Чтоб ты сказал, что здесь бегут. Правила дорожного движения придуманы не мной. Овца ты бегут. Да, ну тебя посмотри. Да. Пацана, не скроешь, под широкими штанами рэп будет засвечено.